Мур, привет, друзья, с вами Зверько. Отдельно порадовали мамкины гении, которые считают новостные выпуски это воровство. Вот у них бомбит, наверное, когда они натыкаются на новости по телевизору. А, я это видел по Первому каналу, НТВ, как так можно? Итак, друзья, это снимаю я, перевожу почноут я, и это мой голос. Обновление 1.3.26 тестового сервера. На тестовый добавили демонического ниндзю Ханзо. Обзор героя найдете на канале. Харид со своим скином заявлен к выпуску 6 ноября. Кимми и ее скин продляют время продажи также до 6 ноября. Скин на Иритель Зодиак Стрелец будет доступен в отдельном событии «Призыв Зодиака». Следите за новостями. Лейла скин «Зеленая вспышка», а также Кагура скин «Сезон цветов» перевыпущена в новом графонии. Изменения героев. Минситтар. Теперь ульта действует еще на большее количество героев. Клинт, Фанни, Лолита и главное, вражеский Минситтар не сможет в чужой ульте использовать свою, а то такая мешанина получается. Что приятно, сам герой физически не столь силен, как, например, Леоморда, но контроля вносит кучу, при поддержке очень хорош. Кадита. Ульта. Исправлен баг, когда она получала урон, находясь под водой. Обзор этих двух персонажей найдете на канале. Хильда. Первый навык. Уменьшено КД для всех уровней на 1 секунду. Небольшой буст инициации для Хильды. Лесли. Базовая атака увеличена до 123, была 115. Бальмонт. Базовая ХП теперь 2816 вместо 2716. Ну, добавили 100 ХП. Кусака. Прирост базовой атаки теперь 8,25, был 7,5. Немного бафнули этих персонажей. Клауд, которого часто банят. Урон мартышки снизит до 40%, повышали до 50%. Кимми теперь наносит магической атакой 40% урона по башням. Второй навык увеличили КД, особенно ощутимо на первом уровне, аж на 2%. Обещали пофиксить баги управления. Ну что, халява пуша кончилась? Борьба с багами, конечно, радует. Гататкача. Уменьшена базовая ХП на 80 единиц и теперь на старте 2629. Также уменьшили прирост ХП. Теперь 210 вместо 225. Сделали популярного танка, теперь выравнивают. Томус. Пассивка. Взрыву лавы увеличили физический множитель. Теперь 110% вместо 90%. А где обещанное замедление? Способности. Спринт. Ускорение уменьшается спустя 3 секунды, а не 2, как раньше. У героя появляется иммунитет к замедлению и сокращается время негативных эффектов. Исцеление. Теперь лечит 14% вместо 12%. Сокращено КД. Теперь 110 секунд вместо 120. Отличный подгон Белерику. Вспышка. Убрали сокращение времени оглушения. Казнь. Теперь игнорируют щиты. Урон зависит от потерянных ХП героя. Уменьшает ненадолго регенерацию ХП и объем щитов. Хороший реворк казни. А оцепенению пофиксили баг. Эмблемы. Эмблемы бойца. Первый перк. Увеличили прибавку к урону на 0,05. Увеличили лимит бонуса к урону до 12%. Эмблемы стрелка. Первый перк. Теперь добавляет 10% атак бонуса от предметов вместо 8%. Эмблема убийцы. Первый перк. Лимит получаемого золота вернули к 1300 вместо 1500. Третий перк. За убийство героя получаем 15% своих ХП вместо 12%. Эмблемы джунглей. Второй перк. Теперь, если вы используете возмездие на противнике, а потом его убьете, вам дополнительно упадет 75 золота. Это неплохой посыл начать использовать фаст-фарм через эмблемы джунглей. А еще разработчики собираются добавить эмоции, которые можете прожимать в бою. Встречайте спамеров эмодзи теперь и в игре. На этом все, друзья. Если вы подпишетесь и нажмете колокольчик, то не пропустите фулл геймплей на Ханзо в рейтинге на тестовом. Делитесь этим видео и помните, лапки лучше, чем клешни. Всем пока!